Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный игровой видеоролик, посвященный легким вооружениям, которые когда-то у нас в данном формате, я так думаю, что были. Сегодня поиграем на Воспожиге. Жига с компактными баллонами — это одно из самых быстрых и интересных вооружений, как по мне. Посмотрим, как оно будет себя проявлять в бою. Ну и если вам заходят видосы игрового формата, то мне было бы очень приятно, если бы вы его поддержали, ну и в комментариях написали, какое вооружение вы хотели бы увидеть в следующем в подобном формате. Сегодня скатаем две катки. Я думаю, что стоит определенно сделать акцент на захват флага и на регби. Именно эти два режима я бы хотел бы сегодня скатать. Это режимы, в которых реально можно где-то увести мяч, я имею в виду регби, где-то увести флаги. Это атакующий легкий сетап вооружения, который приносит довольно большое количество пользы в команде, если правильно пользоваться данным вооружением. Почему жига с компактными баллонами, спросите вы меня, а не с зажигательной смесью? Здесь все очень просто. Во-первых, это устройство, хоть они даже сейчас у многих уже имеются от поджога, все равно это дополнительный плюс, то что даже если редист будет у игрока от жиги, он все равно будет очень жестко гореть. Плюс ко всему этому, друзья, нужно не забывать то, что у нас, по сути, ну, на Воспожиге не имеется какого-то дополнительного овердрайва, как на Харьке. Вы не будете жить там столь долго. Ну, может, конечно, и будете, но это вам не будет давать дополнительного какого-то бомбического плюса. Поэтому использование зажигательной смеси на жиге на данном корпусе не имеет смысла вообще. Поэтому я использую компактные баллоны и считаю, что с Васпиком лучше устройства на жиге вообще по сути и нету. Да и при этом всем раскладе в последнее время у нас в матчмейкинге очень маленькое количество резистов от жиги вообще в принципе встречается. И это очень-очень хорошо для меня, потому что я в свою очередь могу, конечно же, этим воспользоваться и в большом количестве случаев определенных могу за счет этого заработать больше опыта. Начинаем сегодня каточку, как видите, Серпухова. Пока я еще не сумел здесь разыграться, не сумел показать какую-то гениальную траекторию, дабы увести флажочек, но я думаю, что в скором времени у меня это получится сделать. И главное, чтобы противник просто не стоял АФК и была вообще интересная катка. Сейчас, например, Титан там прожимает овер, наш тиммейт пытается отвести флажочек, но я в свою очередь пока попытаюсь выждать немножечко тайминга, хотя артовод вражеский меня уже видит. Наш тиммейт там ведет флаг, возможно, он его поставит. Нет, не поставит, его у него вернули. Но я могу уже попытаться здесь его дернуть. И похоже, у меня это даже получится здесь сделать. Правда, уже вся расходка у меня уходит на кулдаун. Прожму аптечку, дабы появилась ДАшка. Многие ребята, кстати, по этому поводу мне писали о том, что ДАшка-то может появляться и без прожатия аптеки. Но бывает, когда вы прожимаете минку до того, как у вас был кулдаун ДАшки, то, соответственно, ДАшка уходит на КД. И с защитником у вас нет другого выбора, как прожать аптечку, дабы получить данный ценный припас. Поэтому такие моментики тоже в этом плане имеются. Но флаг мы доставляем, 1-0 уже ведем, но явно это не предел. Я бы хотел бы вообще попробовать в этой катке сделать досрочку. И если у меня это получится сделать, очень круто будет. Есть титан, который... Ой, не успел, да, нажать. Хотел прожать ДАшку, потом аптечку, потом минку липануть на их базе. И будет вообще супер круто. Как быстрый сетап вооружения, Васп отлично подходит для игры в матчмейкинге, потому что можно поставить какую-то очень хорошую бомбочку, унести противника на респ. Но главное, чтобы вам не встречались вот такие вот молодые люди, которые имеют на харьке иммунитет от поджога и могут очень сильно терроризировать вас. Поэтому я постараюсь сейчас уехать от данного игрока. Вот противник пытается уже доставить первый флажочек. Возможно, я успею предотвратить эту доставку, если сейчас ворвусь. Да, можно слить, можно слить, можно слить. Можно слить было бы, но с компактниками почему-то я не успел его добить. Как-то даже, честно говоря, странно. Был у него резист 25%. У меня, конечно, не было там ДДшки, но мне показалось со стороны, что я должен его сливать, уносить на респ и заканчивать его доставочку. Но не получилось у меня это сделать. Не фартануло, возможно. Но будем продолжать. 1-1 это уже плохо. Я бы даже сказал бы очень плохо. Потому что катку надо выигрывать. Все-таки это матчмейкинг игровой
формат, в котором проигрывать просто нельзя. Я понимаю, что можно заработать там первое место и сказать, что я заработал 6 звезд, но все мы знаем, что мы в данном формате играем исключительно на победку. Ну и я в очередной раз прошу вас отметить, да, обратить внимание на то, что матчмейкинги у нас сейчас играет, ну, чересчур маленькое количество скилловых игроков. Вы сами видите, что там уже встречаются такие всякие викинги М2, еще какие-то тут фельдмаршалы. Понятное дело, что если уж раньше игровые видосы я записывал, и там попадались какие-то жесткие типы, которые разваливали кабины, вот по типу вот этого вот Хорната Твинца, то сейчас таких игроков встречается довольно-таки мало. Но траектория увоза получается пока что очень неплохая. Меня тут уже пытается молот нагнуть. Гром в спину стреляет. Я надеюсь, что я уеду. Уеду. Хэштег живи. А тут хоря арта вражеская. И тут молот. Ясно. Понял. Тиммейт меня пытался прикрыть, но у него не получилось этого, к сожалению, сделать. Минута 40 до конца. Но траектория увоза была хорошая, если честно, для вас по жиге. Сумел я там уйти от хоря твинца, который в минус благополучно приземлился. Но в дальнейшем данную ситуацию провернуть в свою пользу у меня не получилось. Поэтому постараюсь еще разочек зайти в атаку. Возможно, изменить данный исход. Боже, этот твинц одел уже вулкан. Еще и у него иммунитет от поджога и вулкан на горение. Это просто ужас. Это просто ужас, друзья. Я не знаю, что я буду делать. Я вот серьезно не знаю, что я буду делать. Как я буду выводить сейчас флаг. Если сейчас меня вот так будет просто респить жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Бомба-бомба-бомба. Взорвись. Живи. Гаусс, не слей меня, пожалуйста. Гаусс. Нет. Ухожу. Пытаюсь. Шанс отличный. Правда, хп вообще ноль. Надо, чтобы тиммейты меня прикрыли. Шафт, конечно, здесь ставит купол, но мне-то купол ничем не поможет. 0 хп. Есть. Отлично. За 20-70 секунд до конца делаем вторую доставку и, по сути, выигрываем бой за счет этой доставки. Это очень круто. А может и не выигрываем, офигеть. У меня крит ошибка под самый конец. Если сейчас я не заработаю 6 звезд с этой катки, то это будет максимально печально. У меня было 112 звезд. И я быстро обновляюсь. Быстро успею или не успею. Как вы думаете? Как вы думаете, друзья, вот просто на данный период времени, как вы думаете, можете даже остановить и написать. Для себя лично написать, успел я или нет. Я думаю, что я успел. Там было все-таки 20 секунд. И, по идее, я должен был успевать хотя бы просто вгрузиться в начало катки. Но сейчас увидим. 112 звезд было. Если я успевал, то у меня должно быть 118. Сейчас будет долгая прогрузка, пока меня не выкинет из катки. Но подождем немножко, подождем. Я надеюсь, что меня выкинет. Без дополнительного обновления, но даже вот такие вот неприятные ситуации встречаются. Да, успел я загрузиться, отлично, великолепно. Так, катку мы выиграли, все супер. Хорошо, что я доставил флаг, а потом у меня залагало. Так, и теперь мы идем в регби. Ну и попробуем там тоже что-то реализовать на васпике. Это будет потяжелее, я уверен. Но за счет того, что если противник будет вообще стоять на какой-то определенной точке перед доставкой, я с компактными баллонами смогу нанести довольно большое количество урона и за счет этого реализовать свою пушку. Ну а за счет быстрого корпуса, возможно, где-то успею еще и доставить какой-нибудь красивый флажочек. Вернее, мячик. Так, долго-долго нас пикает, пока еще не закинуло. Но я надеюсь, что сейчас меня уже закинет. С васпом вообще в последнее время очень много всяких интересных вооружений можно было бы показать и придумать. Возможно, в будущем что-то мы реализуем. Но пока как-то так, друзья. Как-то так. Не особо часто данный корпус вообще появляется. Ну и все мы понимаем, что все-таки хорек в балансе сейчас намного лучше, нежели васп. Поэтому в каких-то моментах я даже и не концентрирую свое внимание на данном замечательном корпусе, хотя он мне, честно говоря, очень даже сильно нравится. Я люблю его за его скорость и маневренность, за счет которой ты можешь навязать очень хорошую борьбу противнику, где-то вообще от него уехать. Это очень круто. Так, Хория Жига не хочет на меня подниматься. Есть подбор от нашего Гаусса, можно так сказать. Я его кинул
на истерзание. Надеюсь, что это сейчас окупится. Потому что иначе... Иначе у меня забирают овер. И похоже, противник еще может доставить, да? Я понял. Я просто просерил мяч. Из-за чего просерил мяч, сказать вам? Это все просто. Супер. Момент. Челик респится на мне. Я падаю в минус. И игра в этом моменте просто окончена для меня. Надо было торопиться ехать, наверное, самому. Тогда бы я бы не ушел на респ. Потому что сейчас у Кори Жигина появится овер. И будет беда. Мне надо мчаться очень быстро. Очень быстро мчаться на доставку. Там уже Вика рельса с овердрайвом. Кори рельса. Ой, хороший маневр. Давай, 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 давай. Я доставил? Да, доставил. Фух, я уже думал, я не доставил. Так, отлично. Еще и два танка на респ понес за счет бомбочки. Все великолепно. Начинаем камбэкать. Мне это очень даже нравится. Хорошая зона для мяча. Только в этот раз мне его надо брать, а не отдавать кому-то из моих тиммейтов, которые в очередной раз не смогут здесь ничего сделать. Хотя, может, меня тоже сейчас здесь отреспят. Ладно. Прыжочек веры. Отличный прыжок. Но рельса в бочину все-таки прилетает. Ну и там уже Кори Жига с овердрайвом. Будет сейчас очень тяжело, я думаю, мне что-то противопоставить данным двум игрокам. Но бомба есть. Отлично. Супер. Вот эта бомбочка воспа, которая сейчас зарешала определенный эпизод. Я надеюсь, что наши тиммейты там не профукают флажочек. Вернее, мячик. Всегда я путаю мяч с флагом. Даже бывает в игре путаю там где-то. Скидываю мяч как флаг, думаю, что он скинется в той же точке, он оказывается бросается вперед. Но бывают такие ситуации, когда ты играешь сначала один режим, потом другой режим. Поэтому даже тут я бывает немножечко иногда путаюсь. Так, овердрайв наш тиммейт берет по центрику. Что там по мячу? Походу его везет противник. Да, везет противник, и это очень плохо, очень плохо. Потому что я, походу, даже и не успеваю держать, держать, держать. Нельзя, 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 давай доставку. А, как? Нет. Он доставит? Да ну нет. Ну нет. Ну как мог диктатор респануться? Ай, я... Все, я, короче, даже не хочу говорить про этих игроков матчмейкинга. Мне уже очень плохо становится, когда я все это дело вижу. Поэтому давайте я просто спокойно постою, подожду. Подожду мячик. Вот такие легенды у нас играют, да? Такие замечательные легенды у нас играют. Ну давай, давай, покажи. Покажи, легенда, как ты умеешь катать. Давай. А я посмотрю, пожалуй. А, я понял. Ни на что я не посмотрю. Я ушел на респ, а наш тиммейт ставит. Молодец. Молодец. Посмотрел я. Он красавчик. А я пока что не особо. Так, ладно. Давайте пробовать сливать противника. Не такое большое количество иммунитетов там у противника имеется. Соответственно, моя жига с компактниками работает очень даже неплохо. Вот сейчас еще бы вот этого хорёчка бы забрать. Поджог. Сработал, правда, он аптеку прожал. Так, и там еще один, да? Так, давайте попробуем. Давайте попробуем доставить. Наш диктатор там повез, который исполнил очень гениальный мув в предыдущем эпизоде, когда дал доставку противнику. Так, ну и Тонис, Тонис, Тонис красавчик. Тонис вырывается вообще на жестких моментиках и доставляет. Молодец. 3-2. Ведем. Супер. Я, конечно, уже не на первом месте за счет того, что противник, вернее, не противник, а мой тиммейт ставит много мячей. Но это, наверное, не суть важно. Главное поставить хорошую бомбочку, которая унесла бы 3 танчика. Великолепно. Суперски. Бомбически. Так, главное теперь акцентировать внимание на мяче. Где мяч, где мяч, где мяч. Вижу мяч. Отлично. Противника там нету рядом. Походу нету. А, это кто стрелял? Это Кори Смока. Ладно. Ах, надо было скинуть. Это Кори Жига очень может сейчас испортить всю ситуацию и доставить этот мяч. Потому что я его не скинул. Блин, ну ладно, хорошо наши тиммейты здесь справились. Еще одна хурежига, нет. Вот это точно может оставить. Но у нас молот неплохо играет, молодец. Старается играть на команду. Викарельса прожимает овердрайв. Хантер прожимает еще один овердрайв. Меня респят, и это доставка. Ну, без шансов. Хантера овер. Решил все за меня. 3-3. 3-3, мячик есть. Отлично.
Пробуем? Надо его ставить. У меня бомба есть. Еще все великолепно в этом плане. Главное сейчас подстраховать тиммейта. Я даже не буду бороться за подбор. И если уж наш тиммейт-то потом не заберет, то потом я просто его возьму и все. Так, подняться на подъемчике. Ай-я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 й, бомба-бомба. Ой, ё-моё, что происходит? Ну ладно. Хотя бы бомбой три танка унес. Хоть что-то есть в этом плане плюсовое для меня. Давайте попробуем. Блин, доставить хотел сказать. Мяч просто упал в килл-зону. Видно, досадно. Ну ладно. Так, у нас есть не так много времени для камбэка. И этот камбэк, вернее, выигрыш нужно делать. Неправильно, расходка только прожал 35 секунд до конца. У нашего молота есть овер. Это очень хорошо. Он может его реализовать. И диктатора есть овер. На наши тиммейты вдвоем слились. И я пал в минус. Не понял, обо что я зацепился. Вот как? Я просто прыгал вперед. Что там за текстура была? И сейчас, если еще из-за этой текстуры я проиграю эту катку, это будет максимально обидный бой. Прям вообще максимально обидный. Нет, опять расходку я нажал. Неправильно. Ладно, бомбочку так чисто для аппетиту. И эта катка заканчивается со счетом 3-3. Но даже при таком раскладе, что я не доставлял 2 мяча, я сумел набить 17 киллов в регби и занять первую строчку. Это очень сильно для воспожиги. И этим мне и нравится данное вооружение, которое можно очень эффективно использовать в захвате флага, в регби, в том же штурме. И мне вообще по кайфу и нравятся такие сетапы вооружений. Даже в турнирах этот же ВАСП, эта же Жига, как по мне, очень красиво смотрится и эффективно работает. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Всем понравился. И если вы хотите видеть больше игровых видосов по каким-то другим, возможно, вооружениям, вы их можете также предложить в комментариях, то поддержите видос лайком. Мне очень будет это приятно, если вы там, может, даже подпишетесь на канал, если не подписаны. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Ждем новых интересных видосов. Всем удачи и всем пока.